Добрый вечер, дорогие друзья, с вами студия Dota 2 Руха. Продолжаем мы для вас освещать американские квалификации на The Major Frankfurt. Это у нас вторая игра между командами Elite Wolves против команды Void Boys. У микрофона Владимир Донбасс-Бирюшов. Всем еще раз привет, ну и давайте уже следить за драфтом. Вторая игра, первая игра у нас сложилась в пользу команды Elite Wolves. Очень интересно, ребята сыграли против команды Void Boys, но опять же посмотрим, как Void Boys справятся с этим. Все же одно очко, мне кажется, лучше, чем ноль в группе, так что, возможно, нас ждет борьба. Как это будет, опять же, решится, наверное, все на драфте, поэтому давайте туда переключаться. Видим мы Broodmother и Ember Spirit для ребят с команды Elite Wolves. Очень, ребята, настроены на возможную пуш-стратегию, возможно, я могу ошибаться, опять же. Опять же, посмотрим, как оно будет, как получится по второй стадии пиков. Но, опять же, пока что мы видим, что вроде бы как пуш планируется. А, что же касается команды Void Boys, видим мы Queen of Pain и Spirit Breaker на первой стадии пиков. Очень интересные ребята, особенно Spirit Breaker со своим псевдобашем вместо 17%, так что тоже будем топить, тоже будем смотреть, как же этот псевдобаш-то у нас работает. Митро Виверна добирается для ребят с команды Elite Wolves, для, опять же, той же пуш-стратегии, то, о чем я говорил. Все же тут как-то она четко вырисовывается, мне кажется, именно эта стратегия, хотя, возможно, я и ошибаюсь. Ну и по банам давайте пройдемся. Elite Wolves забанили у нас Тускара, Анданга, Слардара и Виномантера. Что же касается команды Void Boys, то ребята тут боятся таких героев, как Герокоптеры и Дазла, которые залетали у нас в первой игре. Также ребята забанили у нас Ио и Дума. Ну что же, ожидаем мы третий пик от ребят с команды Void Boys. Все же ребята проигрывают, ребята хотят хотя бы одно очко взять из этой игры. И, конечно же, будет как-то бороться. Crystal Maiden залетает для ребят с команды Void Boys. Подумали, почему бы и нет. У врагов она зашла в первой игре. А мы чем хуже. В принципе, опять же, Crystal Maiden начинает потихонечку появляться у нас в пиках. Четко это нигде не видно, все же. И там она залетает в одном регионе, в другом регионе. Поэтому сказать, что это какое-то регионное явление, все же пока что нельзя. Так, ну и что же. Ожидаем мы еще по одному пику от команд. После чего нас ждут по одному бану. Ну и следует после этого еще один пик для команды. Что-то уж очень сложно. Добирается Рубик. Рубик, который хочет что-то уже воровать. Пока что тут воровать есть только Sonic Wave. И, конечно же, Crystal Maiden. Ну, возможно, какой-то снегопад. Новый год. Или не знаю, что он хочет украсть еще. Чардж у Spirit Breaker. Хотя тоже неплохая вещь. Опять же, инициация. Опять же, есть что делать. Поэтому крутая тоже вещь. Очень крутая. Так, ожидаем мы четвертый пик. Вот ребят с команды Void Boys. Вроде бы как два саппорта у них имеется. Если Spirit Breaker брать как саппорта, как он в последнее время чаще себя показывает, чем у Флейн, то, в принципе, можно считать, что два саппорта есть. Добирается сюда Сларк на роль мейн-керри. Квапа у нас, наверное, отправится в центр. Хотя, есть еще вариант, что Квапа отправится у нас в оффлейн, где тоже себя будет неплохо показывать. Опять же, там чем-то ее ловить пока что нечем. Поэтому, почему бы и нет? Почему бы и не отправить ее именно туда? Ну, даже не знаю. Ну, думаю, все-таки Elite Wolves, что это будет центральная Queen of Pain. Банят, ребята, Дарксера оффлейнера. Ну и еще должен взлетать мейнгири, по идее, от команды Void Boys в бан. Именно этого не хватает у нас команде Elite Boys.
Ну а нам остается только ждать. Пока ребята решатся с этим. Минус у нас Windranger, VR-ка, которая постоянно появлялась у нас. Да, в принципе, если статистику так посмотреть, то можно сказать, что постоянно у нас VR-ка появлялась-то. Ё-моё. Вроде как в каждой игре VR-ка у нас появляется. Или в банах, или в пиках. Если я смогу, то я сейчас найду именно статистику по этому всему. Я хочу... Угу. Именно убедиться в этом. Ладно, потом уже займусь этим всем делом. 10 секунд остается у команды Elite Wolf, чтобы выбрать себе последнего героя. И Legion Commander. Legion Commander залетает и завершает данный пик у ребят с команды Elite Wolves. Ну и чем же ответят? Команда будет Boys. Опять же, тут можно что-то придумать-то. Очень-очень запросто. Ну вот что? Что именно? Нам покажут. Совсем скоро узнаем. Я думаю, ребята с этим тянуть не будут. Все же должны уже иметь какой-то план интересный для себя. Опять же, Клава быстрее всего отправится у нас в центр. Сларк фармящий. Не хватает оффлейн героя. Если это не Спирит Брейкер. А я не думаю, что это будет Спирит Брейкер. Поэтому 2 секунды остается. И это SF. И это Квапа оффлейн. Черт меня побери. Не угадал. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Как же я мог... Да ничего. Я думаю... Сейчас ребята покажут, что такое дота. Ну и в принципе экшовая дота должна быть от команды Void Boys. По идее. Все-таки имеются у них хорошие саппорты, которые как раз должны интересные вещи нам показывать-то. Есть Spirit Breaker, который должен агрессивно действовать. Есть еще товарищи, именно Crystal Maiden, которые тоже может подключаться к этому всему. Ну, опять же, посмотрим. Все зависит от команды Void Boys, которые начинают у нас за сторону Radiant. Shanks играет у нас на Crystal Maiden. Omega Pavner играет у нас на Queen of Pain. На Сларке Пацал. Snake King на SF-чике. Ну и остается у нас товарищ Fly, который будет отыгрывать у нас на Spirit Breaker. Боже. Электрик Курьер. For Void Boys. Супер. Ну и команда Elite Wolves. Stinger. На Broodmother. Кто у нас там? На Ember Spirit будет играть у нас Ван. Smash на Legion Commander. Масоку на Winter Wyvern. Ну и MSTCO будет играть у нас на Рубике. Ну что же. Показалось, у нас Broodmother на ботами поставила себе тут сеточки, ну и после чего видим, куда она отправляется. Отправляется она на направлении наверх, короче говоря. Потихонечку шевеля своими ножками именно туда. И... Получается, что будет готовиться к... Чему тут, ребята? Хотя, вроде бы, как увидели Legion Commander, должны понимать, что, возможно, их обманули, а возможно и нет. Возможно и нет. Именно меня все обманули.
Смэш отправляется на Легион Командор у нас в центр. На ботами будет стоять у нас Эмбер Спирит и два саппорта, по идее. Снизу будет это все терпеть у нас Ларк. В центре, видимо, Севчик против Легион Командор. Тут же имеется Спирит Брейкер, который будет бегать. Ну и в оффлейн у команды Void Boy справляется у нас Квапа, которая встречает тут Брудмастер. Дела очень интересны у нас в игре. И кому это пойдет на плюс, мне кажется, совсем скоро мы увидим. Опять же, это не заставит нас долго-долго ждать. Так, с Квапа пока что, видим, без вижена находится для Бруды, поэтому, опять же, немножко получает у нас покусяк. И достаточно это неприятно для нее. В итоге вообще прилетает сюда у нас Ларк. Ну и должен улетать у нас товарищ Омега Паунер. Имеется уже телепорт, ну и, в принципе, должен уже прожимать это все дело. Тем временем на Рубика набегает у нас Флай, Спирит Брейкер. Дальше продолжение, видим, струки нарезает. Ну и на этом все у нас заканчивается. Не успела у нас подойти сюда Кристал Мейден. Видим, колба у нее уже имеется. Ну и где она получила пол левела, я даже что-то и не могу сказать. На отводе получила она пол левела, вроде бы. Да, пол левела на отводе получила, поэтому такая вот у нас интересная ситуация. Так, с Квапа немножко дэмэджа получает. Видимо, напрягает тут у нас Масоку ее. Просто тыченцы. Подключает Артик Бёрна, ну и в итоге Блинк прожимает у нас Квапа. Все же хочет аккуратнее тут играть. Снейкинг пока что на центре. Видим, пока Д тут прилетает стрелы от Легион Командор сверху на голову. Это, конечно же, не совсем приятно. Появляется пресс за атаку, Легион Командор, теперь поприятнее будет ей стоять, тем временем нападение у нас на Смэша, лезает пресс за атака, уходит. Но опять же, далеко не уйдет, потому что Спирит Брейкер уже подгоняет, отпился сальвой, пытается Курьера догнать на слай, понимает, что этого сделать невозможно. Ну и в итоге Смэш, да, уходит без всяких тут проблем. Ботлом отпивается, ну и, как видим, живет. Живет. Четвертый левел есть у Брудмазер. До сих пор нету вижена, хотя наконец-то приходит у нас цемочка. Устанавливает тут Вардецкий, ну и немножко проблемно сейчас будет Стингер он здесь находиться. С вижен появится у Сларка, ну и Сларк начнет отнимать сейчас статы. На так она, наверное, будет сейчас работать, хотя посмотрим. Сларк-то второй левел-то. Сларк второй левел, это уж очень мало для Сларка. И Сларк не фармит. 5 крипов находится у Сларка на данный момент. Очень мало. Очень-очень мало. Ну и пока, можно сказать, начало вот команды Void Boys не совсем удачное для них. Все же ребята что-то как-то вроде бы и стоят, но с другой стороны, плохо стоят. Крипов особо не получают ребята на двух линиях. Ну вот как-то вот пытаются сыграть сейфово, что ли, для себя. Вроде бы так сильно не агрессировать. Хотя пик предполагает, что будет какая-то, должна быть какая-то агрессия. Ну вот, выходят ребята под Смакевичем. Должен нагоняться уже флай, разгоняться. Правда, цемочку вперед должен отпустить. Ну вот он пошел у нас разгон на Брудмазер, разбегается у нас лайт конца, будет уходить у нас под тавр товарищ Стингер, ну и в итоге вся движуха заканчивается. Бегает сюда паучки, начинает флай атаковать, флай зажать-то надо, нет, просто идет через атаку играть у нас Стингер, есть опять же у нас разгончик, ну вот колба есть, ставит второй вард, проблема начинается у Стингера, Стингер, кол эмбрейс имеется, да, выживает у нас в итоге Брудмазер, ну и на развороте пойдут или нет, нет, не пойдут. Как-то драться, как-то добивать, все же отпускают. У нас игроков команды будет бой. 0-0 пока что счет у нас матча. Видим, что как-то не торопятся ребята хотя бы один фраг сделать у нас в игре. Как-то до конца пойти в размен. Пока команде Void Boys это не надо.
ребят проигрывают, ну и как-то начинать не слишком удачно для себя не хотят. По их меркам неудачно. Так, пятый левел, Queen of Pain уже имеется. Эмбер, левел 4. Ну, конечно же, напрягает его Куапа через Shadow Strike. Сверху Рубик, точнее не сверху, да, это было у нас в центре, Рубик забирает у нас СФчика, 1-0 становится счет у нас матча. Как это вообще произошло, мне очень интересно. Видимо, втроем ребята выходили на этого СФа бедного. В итоге забрали-то его. Тоже Рубик получает у нас Shadow Strike, отбрасывает назад у нас Квапу. Ой-ой-ой. Идет разгон у нас все-таки на Рубика. А это будет 1-1 счет у нас матче. Квапа без проблем забирает у нас того самого Рубика. Так, Бруда пока что сверху, опять же, без проблем себя чувствуют. Сларк-то начал как-то подходить к крипам, но, опять же, полностью как-то чувствует себя царем-богом на линии пока что не может. Опять же, понимает, что немножко проигрывает линию. Ну и, конечно же, при удачном случае Бруда просто пойдет вперед и задавит того самого на Сларка. Как это сейчас и происходит. Дарпакт. Убирает немножко пачков назад на Стингер. То их не сильно теряет. Ну вот видим, пол хп уже нету Сларка. Это просто набежали у нас пауканы. Уж очень это как-то больно получается. Ну что же, выходит у нас Рубик на флай, а флай вовремя уходит назад. Легион Командер, видим, дуэль имеется, имеется дабл дэмэдж. Отличная возможность заработать плюс дэмэдж для смеша с дуэли. Ну вот, все же не получается. Так, Эмбер Спирит прилетает у нас наверх в надежде тут застать как-то Сларка. В итоге нет такого тут дела. Хотя вот Сларк прилетает обратно. И, возможно, сейчас что-то интересное это получится. Видят, видят тут Сларка. Главное тут ворваться-то вовремя. Хорошо ворваться. Тогда будет дело. Будет хорошее дело. Ну вот, пошли у нас пауканы. Начинает напрягать у нас Сларка. Сларк отходит назад. Агрессии нет. Все же по таврам находится, поэтому как-то далеко заходить не хочется. Так, снизу у нас Бруда пришла. Уже расставляет потихонечку сенточки. Тут у нас Рубика преследует на Спирит Брейкер. Рубик уходит у нас по Т1. На Спирит Брейкер туда суваться не хочет. Четвертый левел Спирит Брейкера. Пока что саппортов вроде бы как левела не так уж и большие. Ну, четвертый, третий Рубика. То есть такие вот у нас дела в данный момент. Ну что же, набегают у нас на Стингера. Стингер выходит из сетки. Начинают ребята его принимать. Очень серьезно принимает. Сеточка буквально через секунду. Ну вот не спасает уже смэш своего тиммейта. Смэш дальше нагоняет нас. Прилетает за Кристал Мейден. Хотя дуэль дают нас на... Queen of Pain без проблем забирает те самые плюс 10 для себя. Ну и флай на развороте. Видят, ребята, слабое звено. Это Винтер Виверна. Погибает у нас Винтер Виверна. Также забирает у нас даблкилл. Делает Легион Командер, забирая флая на Спирит Брейкере. Ну и в итоге 3-3 становится счет у нас матча. Вот так вот. Очень интересная ситуация у нас получилась. До конца я думал, что дуэль там зайдет по Кристал Мейден. Почему все же так смэш-то щадит свою дуэль? Но все же преследовал он более легкую для себя цель на лоу хп уходящую Queen of Pain. Ну и как видим, все достаточно просто получилось для Легион Командера. Ну и остается он на ботами. Будет дальше как-то возможно действовать с Брудой. Хотя, видим, купил телепорт. 1500 на руках имеет. Блинк совсем скоро будет. А Вордмазер, видим, появляется Аблинстав первый, который должен превращаться в Варчит Мурлианца. Такие вот ситуации у нас в данный момент. Шестой имеет у нас Ларк. Сларк уже будет как бы попроще избежать возможной смерти, которая будет. Опять же, Шадоу Дэнс уйдет. Должен как-то выживать таким вот образом.
Рубик 4 левел получил, 5 левел у Спирит Брейкера, 8 USF, ESF и Димиказм почти собрал, прилетает сюда у нас Ван, начинает избивать Снейкинга, прилетает сюда Ван, точнее на Спирит Брейкера, ну тут Рубика все же по дороге забрал у нас. Флай остановился, ну и 4-3, в итоге становится счет у нас матча. 10-я минута, видим Нетворса на своих глазах. Нетворса показывает, что пока что Смэш находится впереди своего оппонента на 500 голды. Так, хочу я еще посмотреть, что тут у Эмбер Спирита. Но 700 голды, видимо, Аквилла, Боттл и Сапог. То есть особо многого ничего нету. Тем временем на ботами происходит интересное принимание Брудмазер, которую просто растоптали. Ребята здесь, а все же до конца хотел сыграть у нас товарищ Стингер на Кристал Мейден. Ну там 100 хелспентов ставит свою ЦМ-очки, выживает она. Все же хотел как-то без проблем забрать саппорта тонкого. Но вот не получилось этого сделать. Так, 100 голды остается до Миказма у СФ-чика. Даже уже меньше. Поэтому совсем скоро приобретет себе. Люген Командер. Нападение на Смэша. Смэша будет ли покупать Блинка? Не успевает купить тот самый Блинк. Ай-яй-яй-яй-яй. Буквально там оставалось-то прожить 8 секунд до этого, но вот все же откладывается немножко блинк, откладывается возможные фраги от ребят с команды Elite Wolves. Пацал начинает по тауэр, видим, дарпак взрывает, немножко дамажит тем самым крипов, ну вот еще один дарпак-то окружает у нас пауканы Сларка, ну вот Сларк через спаунс уходит. Квапа, левел 9, Sonic Wave уже был потрачен. Урна появляется у нас перед брейкеры, в стэше лежит. Ну и готовят ребята драку на топе. Что же, связали у нас квапу, разбегается флай, вовремя отталкивает. В итоге минус у нас. Fin of Pain, ну и на развороте-то идут драться на развороте. Дуэль-то имеется, но вот не хотят все же ребята как-то использовать эту дуэль. Смэш в итоге погибает у нас. Уже блинк уже имелся у нас, как видим, у Смэша. Ну и что же, Винтер Виверна, неужели не уйдет? На развороте пытается как-то прожить, раздамажить кого-то. Ну вот не получается. В итоге Рубик сюда прилетает. Имеется тут у нас Эмбер Спирит. Ну и будет пробовать как-то так играть, что ли? Да, как-то так играть. В итоге Рубик у нас погибает. Пошел один в итоге умер. И трипл килл зарабатывает у нас Нейкинг. После этой всей движухи снизу погибает у нас Брудмазер от Сларка. Через просвет ребята ее забрали. Ну и 10-4. Пока что будет бой, видим, немножко начинают подниматься снизов. Как видим, хорошо у них получается это. Очень неплохо. Возвращает немножко игру в свое русло. И если я не ошибаюсь, то по Нетворсу вроде бы ситуация там на 1000 впереди. У команды Void Boys должно быть. Сейчас давайте посмотрим. Это ну 3000. А, не досчитал я тут саппортов по Нетворсу, но такое. Так, ну что же, Ван забирает у нас инвиз в ботл, в итоге ребята не пошли, понимали, что нету там... А, нет, есть просвет, а чё ж не пошли? Опять же боялись на ремнанту, куда-то упадет у нас назад. Эмбер Спирит, опять же, будет неприятно. Потратить просвет, в итоге не убить. Товарища. Конечно, есть такое дело. Ну что же, на Брудмазер. И здесь уже разбег. Ребята набегают. Там Распирит находится у нас на ботами. Видит квапу, которая подходит сюда. Стингер. Что делает Стингер? Стингер подходит своим тиммейтом. Витеркёс связается у нас на квапу. Минус у нас квапа. Стингер будет пытаться еще флай тут забрать. Начинает нарезать. Флай алтмейт у нас по Вану. Ван на файт ремнант уйдет. Да, уходит на файт ремнант. В итоге еще и цемочку тут Ливен Командер забрала.
Такие вот дела. Цемочка, да. Есть вторая выигранная дуэль, поэтому есть уже 24 дэмэджа. Бонус. Ну что же, непонятная смерть у Тембер Спирита, заходящего на морозе. В итоге тут Сларк его разрулил. Спирит Брейкер у нас убежал, ну Сларк пытается уйти, да, взает Shadow Dance, в итоге улетает с телепорта. 11-6 становится счет у нас матча в пользу команды Void Boys. Опять же, в серии ребята пока что из команды Void Boys проигрывают у нас, но есть у них еще этот матч, еще эта игра, чтобы все же сравнять счет, ну и заработать одну очко, а не ноль. Так, Рубик. Кристалл новую имеет. Ну и будет ли как-то ее использовать на Снейкинга? Атаковать как-то? Пока что тут мы не видим. Ван пошел, связал двоих. Но продолжения нету. Продолжения нету. Видим, покупает себе Брейсер, Спирит Брейкер. Ну и опять же, видим, приобрел себе ПТ. К сожалению, я не понимаю, зачем это ПТ. Опять же, на статы это понятное дело. А вот зачем статы Эмбер Спириту, когда есть у него такая способность, как фисты, не совсем я вот это понимаю. Опять же, нужен тут дамедж, именно фейсбутс. Нужны, ну вот. Пока сильно мы это не видим. Ну что же, Стингер! 5 встреет, а в итоге умирает он в чужом лесу, зарабатывает Queen of Pain. Все это дело. Ай-яй-яй-яй, как же тут много золота, так квапа! Тырит. Как же много золота тырит. Своего оппонента очень-очень много, конечно же. Ну и почти Юлы уже готовы. В итоге, можно сказать, это так. Почти. Еще остается рецептик, еще остается сэдж масочка. До этого всего дела. Винтер Виверна, видим, подфармливает. Тем временем у нас леса, еще один взлетает Спинтер Бласт, ну и теперь добить еще осталось в руке, ну и все будет отлично. Так, ну готовится у нас атаковать на Легион Командер, или же просто вышечку хотят забрать. Да, в принципе, если пойдут атаковать, то тоже могут. Флайт тут уже готов тоже разбегаться. Ну, пока что-то добить не могут, ребята. Все же Тауэр дынается. Тот самый Тауэр снизу. Проблема у Сларка. Сларк Шадоу Дэнс уходит и улетает. Все же тут Бруда начинает неплохо-то действовать. Есть рецепт на Арчит, почти собрал у нас Бруда это все дело, остается еще совсем немножко до второго Гленстафа. Ну и идет тот самый разбег. У нас на Стингера. Стингер, Флай подлетает, сюда же Клопа, и сразу два телепорта в исполнении команды Elite Wolves. Должны ребята догонять хотя бы одного тут из своего оппонента. Вентер Кёрс, да, юзается у нас на Клопу, ну и Клопу забирает. Вот так вот. Пошли ребята собирать Брудмазер, в итоге не получилось. Ну и вот он Арчит появляется у Стингера. И море, море пауканов. Ой-ой-ой-ой-ой. Это же просто изи Т2 должно быть, по идее. Ну, сейчас посмотрим, как на самом деле оно будет. А тем временем там сверху выигрывает дуэль у нас Легион Командер у Сларка, ну и пытается смэш еще принять. Смэш, ну тут очень много всего залетает. В итоге умирает у нас Легион Командер. 13-8 становится счет у нас матчи. Ну и на ботами Т2 без проблем у нас падает. Взяться ли фортификации дефать, ребят, с команды Void Boys не будут. Ну, хотят как-то, наверное, забрать тот самый Т1, который стоит у нас на топе у ребят с команды Elite Wolves. Взяться ли фортификации тут тоже. Но тут тоже дефать команда не будет, это все дело. Отправляется сразу. Сразу же отправляется у нас команда Elite Wolves забрать. Тут Т1, который стоит битый. Вообще без бэкдора его сносят. Ну и в итоге пока что Elite Wolves-то не сдаются. Как мы видим. Даже подключается не к игре. Ну и должны там графики сравняться сейчас к нулю, если не ошибаюсь. Ну да, к нулю все подходит у нас график по Networks. Experience все же немножко впереди команда Void Boys, но
Это, я думаю, не так уж и страшно. Ну что же, Стингер видит тут своего оппонента. Сладкого СФа, но не такой уж он и сладкий. Опять же, Миказм имеет. Нет, Яшу уже неплохо. 20-я минута. Так, ну вот преследуют нас СФа, видят Сларка, сразу же на Сларка вешается, у нас Арчит, начинается у нас хорошая драка, Флай! Полетел у нас на Рубика, ну и по дуэлю находится у нас СФ, выигрывает дуэль, минус нас Митро, верно, минус нас Легион Командер ТПО, делает у нас Рубик, нечем сбить, есть чем сбить, есть колба, в итоге трипл килл делает у нас Queen of Pain, отправляется у нас... Ребята, на Стингера. Стингер ТП-аут не успевает сделать. В итоге сбивает ему телепорт. Ну и забрать. Ребята пытаются. Просвета нету. Пока что Стингер просто бегает. Пытаются как-то словить его. Но вот, опять же, вижена нету. Поэтому отходит назад, ребята. 16-8. Счет у нас матча. Ван в драке не принимал участия. Опять же, пытается он хотя бы на толковый артефакт себе нафармить на дэмэдж. После чего, возможно, что-то интересное получится. Ну что же, Clone Embrace связает на себя Винтер Виверна в надежде выжить. В итоге забирает Shadow Rays у нас Snake King это все дело. Ну и Unstoppable. Ну уж, SF-чка. SF-чик-то... Плюс дамедж имеет. Еще одна дуэль пошла у нас по Snake King. Поднимает Юлу у нас Legion Commander. Есть Ликенезыч по Snake King. Пошел у нас новый гу. Тут Crystal Maiden. В итоге минус у нас Legion Commander. Ну и минус Т2 на центральной линии. Видели тут у нас, кстати говоря, Брудмазер, вроде бы как. Или нет? Ну, Клопа сейчас, наверное, будет прыгать. Смотреть, что там происходит. Подходит свой лес у нас, ребята. Подходит, потому что хотят, ребята, забрать тут Т1, который есть. Вешается Арчит у нас на Кристал Мейден, на Пауканы. Забираются у нас Кристалочкой за причиненный ущерб. Рудой. В итоге, конечно же, немножко неприятно. Snake King уже нарезает по Т1. Т1 тут у нас падает. В итоге пошли у нас леса, забрали у нас Брудмазер. Ну, какой-то фидон уже начинается с команды Elite Wolves. Вроде бы как что-то деремся, а вроде бы как что-то и не деремся. Как-то в таком вот исполнении все у нас происходит. Конечно, беда. Эмбер Спирит собирает себе Линкен Сферу. Остается еще Персеверанс ему приобрести. Это еще 800 голды остается. 3000 уже у Сафа имеется. Перетягиваются ребята, видим, чужой лес вместе с Флаем. Флай, видим, Hand of Midas имеется, как и у Сларка тоже Hand of Midas имеется. Ну и также Shadow Blade имеется у Сларка. Ну и налетают ребята у нас на бот, на топ, точнее, на Ember Spirit. Ну тут просто Бородевич происходит с Ваном. Ван все-таки пытается уйти, Ван ТП-аута делает и улетает. Как же так? Wood Boys не смогли все же поймать одного Ember Spirit. Вроде бы как и прочитали этот отход на Remnant, но вот дальше почему-то вот не смогли как-то поймать, как-то сбить тот самый телепорт. Ну вот, конечно, тут Бородевич произошел. Опять же, вроде бы как все. Было хорошо поставлено. Тысяча 200 в Legion Commander. После Bloodmail'а ничего не приобретал, потому что очень много раз погибал. Черт побери. Начинаю говорить как автор хороших стихов. Но видим, что делают у нас команда Void Boys. Теперь точно доходит Ember Spirit'а. Ну и Fire Remnant он, конечно, не поставит, потому что в кулдауне все находится. Ну и после чего ребята заходят просто-напросто на Рошана. Дэмэджа тут куча имеется, поэтому без проблем мы должны забирать. Дефать тут нечем. Ну тут Бруда. Бруда сетку поставила в надежде все же как-то забрать тот самый Эгис.
Но не тут-то было, да, прыгает наверх. У нас Квапа, Флай подключается тоже к драке, к уничтожению, точнее, Брудмазер. В итоге все достаточно легко у них получается. Ну и забирает еще Рошана, Эгис подбирает у нас Снейкинг. Ну, 400 у СФчика, наверное, Баттерфляйте быстрее всего прикупит, потому что там убивать-то и нечем. Пробивать тот самый Баттерфляй. Так, блин, появляется у Рубика. 1800 у Смэша фармит все леса. Дальше видим Shadow Mulet появляется у Спирит Брейкера. Цемочки есть уже Glimmer Keep. Сларк. Где у нас Сларк? 300 на руках. Пока что ничего себе не приобретает. Ну и СФ с Эгисом наверху находится, видим. Есть дуэль на нас на Снейкинга, ну и есть винер дуэль. Сразу же топ-аут делает у нас Легион Командер, понимая, что дальше драться после Эгиса как-то не очень. Все же плюс дамаж она заработала, в итоге лучше отойти. Ну, плюс 52 после дуэлей, конечно же, хотелось бы больше, но вот не сегодня. Не сегодня. Зато у СФа плюс 14. Это с одной драки он, по-моему, да, получил все дело. Больше ни у кого нету, да? Да, ни у кого нету. Пролистал я всех героев. А вдруг? А вдруг? Что-то я не заметил. Так, ну, псевдобаш, я вижу, работает. Как по крипам, так и по героям он работал. Очень-очень круто. Такое дело. 26 минута. Что у нас по графикам? Впереди, ребят, с командой Void Boys 10 тысяч по нетворсу. По экспириенсу видим 15 тысяч. Это, конечно, очень много. Ну и, видим, Void Boys не останавливаются, идут вперед. Ну и неплохо получается, ребят, идти вперед. Линка появляется у Эмбер Спирита. Ну и линка, чтобы... А, ну вот. Видим, как Смэш уничтожает курьера, в котором... Что было? Курьер, в котором лежал... Скади вроде бы как наполовину готовый. Тут и Ганим собрался. Вот Квапы, Квапа, Ганим уже готовый бы имела бы, если бы курьер не умер. Ну, не все так плохо. Не все так уж плохо. А, нет, это линка была у Сларка. Или что это, я не могу понять. Ну, один альтимый торп. Тут находится орб Веном. Неужели линку Сларк хочет себе прикупить? А чё не Скади? Ну, ладно, это такое. Ну что же, прыгают у нас на Сларка. Сларка пытается принять, есть дуэль на Пацаул. Ну и в итоге винер дуэль. Вот Легион Командер идет на Снейкинг. Уничтожает Смэша. Смэш он уничтожает. Не успевает уже добить там у нас Рубика, ну и улетает два саппорта, в итоге еще тут принимает у нас Эмбер Спирит, соло уничтожает Спирит Брейкера, Ван, идет за ним у нас Квапа, ну уходит на Fire Remnant, в итоге выживает, не подставляется. Пурдать время на ботами, видим, занимается уничтожением нейтральных крипов, орудованием чужим лесом, господи. Пока, видим, неплохо действуют, опять же, хорошо получается. Забирают, ребята, крипов, имеется там гем у СФа. Ну, видимо, ультимейт торп себе прикупает. Опять же, возможно, идет заметка на Скади. Возможно, быстрее всего, я думаю. Скади станет плотнее у нас на Экинг, а это значит, что будет... Больше жить в драке, больше... Давать... Дэмэдж... С руки. Вот так вот. Так, ну что ж, 29 минут у нас в игре. Пока что впереди, ребят, с команды Void Boys, но... Одни-то не идут. Вперед. Опять же ждут курьера, в курьере, который находится у нас Ганим для Квапы.
И потом, возможно, что-то придумают. Я думаю. Я надеюсь на это. Ну что же, Флай тут окружает пауканы. Приходит Снейк Кинг с гемом. Ну и начинается веселье. Начинают бегать те самые пауканы в разные места. Все же половину Стингер не отдал. Через 5 минут появится у нас Рошан. Спасибо за уведомление. Опять же, вот игры. Ну и очень интересные вещи появляются у Legion Commander. А именно, это у нас залетает БКБ. Это очень-очень круто. Ну что же, блинк появляется у Рубика. Как видим, очень мобильный Рубик становится. Два блинка у него находятся. Круто. Очень круто. У Папы появляется у нас Ганим. Курьер уже ожил. Ну и паузу ребята из команды Void Boys просят на пару секунд. Появились какие-то проблемы, я вижу, с фризами. Я думаю, быстренько все ребята решат. Так, Сларк. Еще чуть-чуть остается как раз подфармить на Персеверанс, на свою линку. Где он вообще находится? А, в центре находится. Ну да, сейчас как раз крипов заберет. Там еще останется Крапали на Персеверанс. 2200 у Эмбер Спирита. Эмбер Спирит, который с руки особо демажа сейчас не вносит. Но, опять же, надеемся, что начнет собирать какие-то артефакты на демаж, которые как раз необходимы команде, да, в принципе, ему, чтобы как-то драться. 2500 у Бруды. Бруда, которая имеет укарчит у себя. Ну и пока тоже особо похвастаться нечем Стингером. Так, ну а тут что у нас есть? 5400 у Стейкинга. Снейкинг 7-1-6 играет на данный момент. Очень-очень неплохо себя показывают. Но опять же очень много демеджа выдает с руки, ну и это то, чем не могут похвастаться у нас команда Elite Wolves в данный момент. Демеджа с руки. Ну, только Legion Commander за счет своих как раз выигранных дуэлей только может что-то показать. Так, Spirit Breaker, видим, Shadow Blade себе прикупает. Квапа 1400 на руках, Ганим и Юд уже имеются. Ну и Сларкевич на линку дофармливает уже потихонечку. Ну и вот как раз летит тот самый Персеверанс. А что тут еще-то есть? Подождите. Давайте еще посмотрим. Ага, Shadow Blade и Рупофеномен. Вот Снейкинга. Ага, Снейкинг-то будет скади собирать. Все правильно. Тут не разобрался я. Так, Скади появляется, да, у SF, а Shadow Blade у Spirit Breaker. Окей, ну вот надо как-то реализовывать эти артефакты, айтемы. Нет? Вроде бы как, да, пошел у нас Ларк. Видит Стингера, начинает нарезать, а подключается сюда у нас Квапа и забирает у нас Бруду. На бутами еще видят тут Паукана, фу-ху-ху, Sonic Wave-то очень длинный. Квапы видим. Забрала пару паучков. Опять же, КД маленький, поэтому без проблем сейчас откатится у нас Sonic Wave. Опять же, работает аура у ЦМ-очки по восстановлению монопула, поэтому могут, ребята, позволить себе тратить такие способности. СФ-чик по ботому идет, а видим, КТ-2 уже подобрался, подходит сюда Крипчанский, начинается избиваться Т2, опять же, Бэкдора нету. Вот, подходит следующий. А вот дальше ребята не хотят идти. Есть телепорты на ботом. Пошел у нас флай. Работает по смешу. Смеш улетает. А есть тут еще и Рубик. Ну вот, все же до конца пошел у нас флай. До конца тут разруливает всю ситуацию. Прозатак работает. БКБ и тапаут ли будет или нет. Ой-ой-ой, как же тут много демеж-то влилось-то. Легион Командер. Sonic Wave украл у нас Рубик. В итоге
улетает Рубик вместе с Sonic Wave. Это круто. Очень круто. Вот третьего левела у нас Sonic Wave у Рубика. Ну и остается только дождаться Легион Командора и хорошо подраться под это все дело. 400 Эмбер Спирита сверху заходит. У нас команда Void Boys. Быстренько разбираются с Т2, который тут стоит. Ну и дальше пойдут. Должен заходить. На ХГ. Но все же не хотят. Опять же, возможно, Рошана ребята ожидаются, который будет через минуту. И через Рошана как-то пойти на ХГ. Ну, ладно. Ладно, ладно, ладно. Можно и так. Бурда, видим, БКБ собирает. Остается еще... Хотя уже ничего не остается. Куклап еще можно приобрести уже, точнее. Ну, вот на байвек, возможно, оставляет у нас Тингер. Нет, не оставляет. На байбек. Покупает. Плэтмейл появляется у Квапы. 300 на руках у Омега Павнер. Павнер. Ну и вот он Снейкин, который покупает потихонечку себе Баттерфляй. Идет уже... Летит, точнее, уже талисман... талисманов Вейжен, да. Доминатор себе тоже купил. Ну, в принципе, Снейкин. Машину, которую уже не остановить, мне кажется. Окей, покупает себя Battle Fury. Ember Spirit, ну, должен отправляться в глубокий большой фарм, но вот где это сделать, что-то я не вижу особо. Опять же, неплохо было бы настакать как-то ванну. Как-то где-то. Хотя бы на тот же Кристаллис, который... Будет пытаться вынести очень быстро. Видят Квапу. Тем временем ее команда находится у нас на Рошане. И сюда же отправляются у нас пауканы-паучки. Паучки-пауканы. И Рошан забирается. Эгис остается у нас Ларку. Разбили тут паучков. А паучки не заданайли тот самый Эгис. На который, возможно, и ставилась ставка. Void Boys отходит немножко назад, видим, через центр будет пытаться как будто поймать и ловит интервивер. Но есть паунс, ну вот Golden Embrace никак не спасает. В итоге 25-й фраг зарабатывают у нас игроки команды Void Boys. Графики давайте, наверное, посмотрим. 36-я минута, ну тут больше 12 тысяч по нетворсу за команды Void Boys. И к 20 подходят графики по экспириенсу за теми же командой Void Boys. Заходит, ребята, на ХГ, начинает избивать тут у нас тот самый Т3. Снейкинг тоже подключается к этому всему. Ну и... Что же? Т3. Т3 у нас падает, вызывается глиф-ратификация, нечем пока что дефать. Это ребята пытаются, но опять же боятся врыва других игроков. А ну и пошел смеш-то! Выигрывает дуэль без проблем, ну и дальше... Дальше будет пытаться кого-то поймать. Видят. Нет, не видят. Кристалл Мэгдэм. Ушел Глиммер Кейп. Ну и Ван. Под хастой находится. Будет ли догонять кого-то? В принципе, может. Имеется Чейнс. Ну, вот никого не связывает. Никого не связывает. А его-то принимают. А его-то принимают. Минус на Эмбер Спирит. А пошла у нас дальше. А у нас атака. Рубик до конца все же. Не добежал, и Новый год, хороший, от Crystal Maiden кастуется, Midas 2, вот Crystal Maiden еще ловят у нас Legion Commander, который тоже отправляется в таверну, ну и один Ember Spirit остается после байбека, который будет пытаться как-то задефать все это дело, ну и Void Boys могут завершить для себя эту игру, ну есть еще один байбек, Smash, который... Имеет дуэль, который готов прыгать, но вот, правда, вот туда нужно. Хватит ли кого-то разбить очень быстро. Стингер появляется у нас на карте, прыгает смэш, а дуэль будет ли давать?
не дают дуэля, все же была потрачена дуэль в линку, минус Айгис у Сларка, Смэш, неужели умрет, пока пытается жить, но вот ничего не получается, умирает, ну и принимает тут Вана, Ван уходит на Fire Remnant, ну и путь барахам теперь открыт у команды Void Boys, именно сюда ребята и отправляются. Появляется два саппорта после таверны. И Андерспирит. Хорошая мишень, не знает об этом у нас товарищ Спирит Брейкер, который уже летит сюда на всех парах. Ну, минус Миделота точно. Дальше пытаются ребята как-то все-таки поймать. Набегает хорошо. У нас на Андерспирит, а Спирит Брейкер Флай. Как же хорошо играет, а в итоге минус 3. Опять же, делает у нас команда Void Boys. Атакует гейм, прописывает команда Elite Wolves. Ну и счет становится у нас 1-1, а это значит, что ребята получают в своей группе, в группе А, по одному очку. Ну, многие говорят, что это плохо, лучше все же проиграть просто-напросто, но я думаю, что это тоже круто, когда хотя бы одно очко имеется. Хоть что-то оно, возможно, и будет решать как-то впоследствии уже. Но это такое. Ну что же, 1-1 заканчивается у нас игра Void Boys против команды Elite Wolves. Следующая игра на нашей трансляции будет команда Elite Wolves, они же Сектор 5 или Сектор V против команды HCVP. А именно команда, которая прошла через открытую квалификацию, через первую открытую квалификацию, в которой играет у нас Демон, и которая готова уничтожать всех, кого только увидят. Ладно, уходим мы на...